написано, что от Его лица тают горы. У каждого из нас есть проблемы, Господь, но мы знаем, что от Твоего лица тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид, болезней, неудач. Все это тает, как воск от Твоего лица. Озари народ свой светлым лицом своим. В Твоем святом присутствии, в Твоем святом присутствии, в Твоем святом присутствии тают горы. В Твоем святом присутствии, в Твоем святом присутствии, в Твоем святом присутствии тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид и неудачи от Твоего лица тают горы. Горы проблем, горы греха, горы обид и неудачи от Твоего лица тают горы. Озари нас действительно своим светом, чудным светом Твоего лица.
Пусть все эти горы растают, пусть все эти горы растают, пусть все эти горы растают от лица Твоего. Господь, исцеляющий, поднимающий, воскрешающий нас, Господь, вечная слава, вечная хвала и вечное поклонение Тебе. Мы уверовали в любовь Твою, и Твоя любовь нас еще ни разу не подводила, и мы верим, никогда не подведет, потому что она вечная.